Ну, могло быть и хуже. Какая-нибудь женщина отрезала бы тебе пенис и выбросила его в окошко. Да уж, верно. Просто покупая себе мебель, ты решаешь на этом все. Отныне, что бы со мной ни произошло, вопрос с диванами решен. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб, еще чуть-чуть и нечего желать. А теперь все пропало. Все пропало. Ясно. Слово «дюбе» знаешь? Плед, одеяло. Всего-навсего. А зачем таким, как мы, знать, что такое дюбе? Так же необходимо, как умение добывать пищу? Нет. И кто же мы? Мы просто потребители. Правильно, потребители. Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания. Убийство, голод, преступность – все это не волнует меня. А волнует меня знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов. Чье имя бирки на моих трусов? Равин, Виагра, Алестра. Марта Стюарт. Нафиг Марта. Марта полирует бронзу на Титанике. Мир скоро пойдет ко дну. Так что пора плюнуть на все эти диваны и зеленую обивку. Я считаю, к черту совершенство. К черту преуспевание. Я считаю, наплевать на все это. Пора эволюционировать. Да, возможно, я не прав. Это жуткая трагедия. Так уж вышло. Нет, это не трагедия. Ты просто лишился ряда атрибутов современной жизни. Да, ты прав. Возможно, я получу страховку. Люди рабы своих вещей. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу.